Добрый день. Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. И сейчас мы звоним в Москву Леониду Гозману, президенту фонда «Перспектива». Я думаю, правильно будет, наверное, сказать оппозиционному политику. Леонид, здравствуйте. Ну, наверное, да. Здравствуйте. Леонид, ну, если позволите, начнем, наверное, с важного события, о котором и в России вспоминали, и даже в Германии форум проходил. Вспомним Бориса Немцова. Был его день рождения. И скажите, вот как Россия-то помнит на самом деле? Потому что не так говорили, много людей-то пришло. Ну, вы знаете, это трудно сказать, кто такая Россия. Она же разная, как и Украина разная, как любая страна разная. Для массового сознания, ну, это не очень важно. Ну, там люди помнят, что был такой какой-то красивый парень, которого убили, да? Вот. Люди, так сказать, относящиеся к политическому классу, конечно, помнят. Но... Вообще люди все забывают, честно говоря. Вот, поэтому, да, конечно, были какие-то действия, приуроченные к дню рождения Бори. Вот, понятно, что, ну, я не знаю, все ли понимают, что означает его отсутствие. Некоторые считают, что он бы мог стать президентом. Он не мог стать президентом, он не мог вытеснить Навального. Но Навальный был немножко другим, чем тот, который сейчас, и, может, даже и Путин был бы немножко другим, чем сейчас. Но главное другое. Боря мог бы, вот что он мог сделать, он последние пару лет понимал, что он президентом не будет, не станет уже. Это вот он понимал. Хотя он хотел очень, но понимал, что это не получится. И вот как человек, не претендующий на пост президента, но обладающий определенным авторитетом и так далее, он мог сделать важную вещь. Он мог останавливать, например, сильно препятствовать этой грязной кремлевской кампании, которая началась уже по выдвижению фейковых кандидатов. Когда, понимаете, Кремль заинтересован в том, чтобы превратить выборы в фарс. Чтобы все понимали, что вот есть Владимир Владимирович Путин и есть клоуны. Да? А вот, и причем клоуны с разных сторон. Со стороны там, левокоммунистической, со стороны либеральной, там, с любой стороны. А вот, и мне кажется, что Боря мог остановить тех, кто готов выполнять роль клоунов с либеральной стороны, вот он мог их остановить на самом деле. Сейчас их остановить, конечно, некому. Как сейчас выглядит российская оппозиция? Вот все больше у нас в Украине мы все больше слышим о Навальном, что, собственно говоря, он и является сегодня, ну, таким лидером российской оппозиции. Это правильное понимание ситуации или нет? Вы знаете, это трудно сказать. Оппозиция существует, вообще слово оппозиция имеет нагрузку серьезную тогда, когда действуют процедуры, в рамках которых вот некая политическая сила, желательно оформленная как партия или как там еще что-то, вот, она представляет альтернативные программы, она выставляет свои программы на голосование там, либо парламента, либо общенародное там, и так далее, и вот как-то таким образом может прийти к власти. У нас ничего подобного в принципе не существует. У нас режим не может смениться в результате выборов. Вы понимаете, это вам не Украина, где если президент Порошенко проиграет следующие выборы, то он уступит свой кабинет тому, кто выиграет. Да, вот никуда не денется. У нас совершенно другая ситуация. Вот, и поэтому у нас, вот, понимаете, у нас есть масса людей недовольных, масса людей, понимающих, что страна идет в тупик, что все неправильно, что надо делать иначе и так далее. Но чем уникален Навальный, это единственный человек, который всерьез требует власти. Вот он требует власти себе. Вот. Он единственный из тех, кто играет на политическом поле, кто играет на власть, а не на какие-то там уступки, соглашения там и все прочее. Понимаете, ну, допустим, там, я не знаю, там Миронов будет участвовать в президентских выборах. Но он же понимает, что он не будет президентом. Он не для этого участвует, для того, чтобы его там продолжал любить Владимир Владимирович Путин. Да? Или там кто-то из вот этих клоунов будет участвовать в президентских выборах, но для того, чтобы ему или ей чего-то дали. Да, а не для того, чтобы стать президентом. Навальный единственный, который
будет участвовать или хочет участвовать, чтобы стать президентом. Вот. Кроме того, Навальный единственный сегодня, кто может выводить много людей на улицу. Причем, как показано, показывает опыт в разных городах одновременно. Вот в этом смысле он не лидер оппозиции, он самый влиятельный из тех, кто требует перемен. Леонид, ну, я так понимаю, что Россия уже ожидает перевыборов Владимира Путина. Наверное, так и будет. Может быть, я ошибаюсь. Не знаю, вдруг у вас есть другая какая-то информация. Что, может быть, другой кандидат может, я не знаю, стать президентом России. Ну, понимаете, всегда есть конечная вероятность того, что что-то случится, да, в конце концов мы все под Богом ходим, мы все мы биологические существа, да, но 99,9 в периоде, что Владимир Владимирович баллотируется и значит побеждает. Вот, здесь другого варианта нет. То есть другая фамилия может быть только по распоряжению Владимира Владимировича Путина. А он, похоже, такого распоряжения давать не будет. Поэтому, конечно, у нас следующий президент Путин. Мы тоже думаем, и наши экспертные политики понимают, что до выборов ситуация на Востоке вряд ли поменяется. И многие эксперты у нас в студии говорят об этом. Вот скажите, пожалуйста, вот с каким лозунгом, вы думаете, Путин может идти на выборы ближайшие? Вот как миротворец, скажем, который договорился там с Западом? Или все-таки, я не знаю, скорее по-прежнему сохранятся такие сложные отношения с Западом? Что нужно Путину на этом этапе? И тогда поговорим, что ждет Украину. Вы знаете, я, честно говоря, не думаю, что он может идти на выборы как миротворец, потому что у нас нет в стране запроса на мир сегодня. Понимаете, у общества такого запроса нет. А запроса на мир нет, потому что у общества нет ощущения войны. Знаете, вот потери, которые несут российские вооруженные силы, или российские там добровольцы, отпускники и прочие в Украине и потери, которые несут российские вооруженные силы в Сирии, они, ну, каждый человек восполним, это понятно, но они, тем не менее, не столь велики, чтобы пока, чтобы вызвать у людей ощущение войны и, соответственно, необходимости мира. Такое было в нашей новейшей истории. Например, в конце первого срока Бориса Николаевича Ельцина в 96-м году у населения было ощущение, в 95-м или в начале 96-го, у населения было ощущение, что мы ведем войну, что в этой войне погибают люди, и, соответственно, эту войну надо прекращать. И был запрос на президента-миротворца. И Борис Николаевич Мишович договорился с Яндарбеевым и подписал все соглашения, и война была завершена. Сегодня такого запроса нет. Поэтому я думаю, что Владимир Владимирович пойдет на выборы с продолжающейся идеей величия, и заботы о людях, справедливости, такого патернализма. Вот что-то вот такое должно быть. Но не миротворец. Нет, он не будет прекращать войну пока. Значит, тогда и на все переговоры между Волкером, специальным представителем Соединенных Штатов Америки по Украине, и Сурковым, собственно говоря, и мы и связываем вообще эти переговоры вот именно с этой позиции. Я правильно понимаю? Вы знаете, я этого, разумеется, я не знаю, ни вы, ни я, мы не знаем, какие распоряжения, какие указания дал президент Путин Суркову, и, соответственно, какие распоряжения и указания дал президент Трамп Волкеру, мы этого не знаем, ведь, на самом деле, да, вот, у них какие-то есть вводные от своих руководителей, вот, но я думаю, что ситуация вот какая, понимаете, Владимир Владимирович наверняка понимает, что он в Украине зашел в тупик. Ну, смотрите, в Донбассе наши трактористы с шахтерами, понятное дело, завязли. Вот, завязли и все. Он не может пойти на масштабное наступление, или, по крайней мере, он понимает, насколько масштабное наступление, но если просто открыто ввести наши войска, там, авиацию и все прочее, это, в общем,
чревато страшными совершенно последствиями. Вот. В общем, на Донбассе мы завязли. Да? Я думаю, что у них была надежда найти у вас в Киеве, найти там Квислинга или Петена, найти человека, который сможет возглавить страну под лозунгом и под идеей, ну, формальной капитуляции перед Российской Федерацией и вхождения в орбиту России. Я не знаю, насколько силен президент Порошенко, мне кажется, сейчас не очень, как бы, его положение такое спокойное, ну, внутриполитическое положение для него, но совершенно очевидно, что те, кто его критикуют, и те, кто могут его заменить, это не квислинги, это не те, кто пойдут на соглашение, ну, такое вот, ну, подчинение России, да, то есть сместить ваше правительство нынешнее, и, ну, правительство президента, и заменить своими марионетками, явно тоже не получилось. Это тупик. И, соответственно, Путин понимает, что надо чего-то с этим тупиком делать. Да? Чего-то делать. И время играет, конечно, не на Российскую Федерацию, а против Российской Федерации в этом смысле. Чем дольше мы там находимся, тем на самом деле хуже со всех точек зрения. Поэтому не исключено, что он дал указание Суркову искать какие-то варианты смягчения, ну или, по крайней мере, варианты замораживания ситуации, или снижения различных потерь экономических, репутационных там и прочих, которые несет Российская Федерация вот в этой авантюре на Донбассе. А вот в информационных стратегиях и в информационной политике, в пропагандистских каких-то подходах в СМИ читается изменение вот какого-то подхода к Украине или нет? Да, да, безусловно. Только вы знаете, они связаны не с Украиной, а непосредственно с Украиной, они связаны с появлением новой темы. Значит, у нас как бы распятый мальчик, наверное, ваши зрители знают, что это такое, бред, который придумал Первый канал в свое время. Вот, там злые бандеровцы распяли мальчика на глазах у его матери там, и так далее. Вот, вот эта вся ахинея как-то немножко отходит на задний план, вот, но не потому, что пересматривается отношение к Украине. Как были бандеровцы злобные, так и остались злобные бандеровцы. А потому что появилась новая тема. Новая тема, она тоже раньше была, но просто сейчас она выходит на первое место. Это внутренние враги, пятая колонна, американские шпионы и так далее. Может быть, вы знаете, что Совет Федерации, Верхняя палата нашего парламента, создал специальную комиссию по защите суверенитета России. И вот пару дней назад сенатор Климов, вполне интеллигентно выглядящий так на вид человек, он сделал совершенно замечательный доклад, фантастический, где говорил, что, оказывается, американцы уже вмешивались в наши выборы, причем делали это постоянно. По всей вероятности, Владимир Владимирович получил не 63% жалких, а 98%. Это вот злобные американцы что-то там исправили. Вот, что, оказывается, под, ну, как под патронажем Центрального разведывательного управления у нас все и происходит. Митинги и прочее, это проплачено американцами, там, ну и так далее. То есть у нас пошла борьба с внутренним врагом, она явно вот началась. По Первому каналу дали какой-то очередной сериал под названием «Спящие», где рассказывается, как ЦРУ борется с ФСБ. Вот, ну, я думаю, что ФСБ победит. Ну и так далее. То есть, понимаете, у нас как бы консолидация вокруг внешнего, ну, консолидация вокруг вождя, из-за внешней опасности, внешних врагов, она, по-видимому, себя уже исчерпала. Ну вот потому, что в Украине тупик, потому что в Сирии, даже если там действительно успехи, всем на эти успехи, в общем, более-менее наплевать, вот идея, что мы в Сирии воюем с террористами на дальних рубежах, не срабатывает абсолютно, что вот мы таким образом предотвращаем теракты в России, наоборот, терактов стало больше. Вот. И понадобится внутренний враг. Это очень опасная для нас ситуация, потому что такая пропагандистская подготовка должна закончиться реальными действиями. Ну как, пропагандистская подготовка по Украине закончилась войной в Украине, а пропагандистская подготовка по пятой колонне должна закончиться посадками пятой колонны. Вот. Это меня, как понимаете, как человека, принадлежащего к ней, не радует. Вот. Но Украина просто не изменилась тональность, но немножко отступила на, ну, задний, не задний, но второй план.
Ну вот у нас очень часто говорят, что Путин заинтересован вернуть эти территории, вот, на которых идет сейчас война, оккупированная на Донбассе, как можно скорее. Вот среди интеллектуалов, среди политиков вы чувствуете, что идут такие разговоры, есть такие планы, и действительно Путин заинтересован и пытается вернуть эти регионы? Потому что потом мы еще... Нет, да? Нет, нет, ничего подобного я не вижу, не слышу. Я вижу настроение, допустим, в своей среде, да, ну, которое, в общем, понятно, да, Крым ваш, а не наш, там и так далее, да, ну, это очевидно совершенно. Но среди тех, кто имеет хоть какое-то отношение к власти, я не вижу ни таких настроений, ни таких планов. Как чувствуете? Это надолго. Вы считаете, это долгий будет, замороженный конфликт? Очень долго. Боюсь, что очень долго. Ну, Крым это вообще очень надолго, а Донбасс, ну, тоже, конечно, это, нет, рассчитывать на то, что прям что-то вот чудесным образом изменится в ближайшее время, по-моему, не приходится. Насколько, к сожалению. Насколько, как вам кажется, Путин стал чувствовать себя комфортнее на внешнеполитической арене? Как во взаимоотношениях с Европой? Ну, потом поговорим немножко там о Ближнем Востоке, тоже интересная тема. Ну, я не думаю, что он себя чувствовал комфортно. Вы знаете, у него сейчас, ему сейчас исполнилось 65 лет, вот несколько дней назад буквально, и его поздравило аж 11 президентов из 183 или 250, сколько их там вообще есть в мире. Ну, конечно, это не национальный праздник, с которым поздравляют обязательно, да, но это все-таки день рождения, тем более такой полуюбилей, 65 лет, это все-таки, ну, возраст, да, вот, и при более-менее нормальных отношениях, конечно, поздравляют. Его поздравило 11 президентов, среди них Азербайджан, Казахстан, Армения, в общем, из таких из независимых стран. Его поздравила Сербия, которая, в общем, ну, в сложном положении находится, и Финляндия, ну, которая традиционно старается не ссориться с великим соседом, это понятно. Ну, вот, больше его не поздравил никто. Понимаете, просто никто. И это, конечно, показатель страшной совершенно изоляции. И его активность, которая сейчас проходит в разных местах, она, конечно, такая, знаете, обиженно-раздраженная. То есть ему просто, ну, явно вот, мне кажется, что цели нашей политики внешней стали уже давно иррациональными, что мы стремимся не к тому, чтобы нам было хорошо, а к тому, чтобы другим было плохо. Вот эта мотивация доминирует. Мы очень много говорили о том, ну, в нашей экспертной среде, в украинской, о том, что Путин пошел в Сирию, чтобы договориться с западными странами, то есть использовать это как механизм, как рычаг. Вот как складывается сейчас ситуация в Сирии для Путина, и действительно ли Сирия сегодня может стать рычагом влияния на западных лидеров? Ну, как-то, вы знаете, не похоже. Конечно, сказать, что там происходит, очень трудно, но вроде бы действительно там есть успехи армии Асада и успехи наших, ну, соответственно, наших войск там, и нашей авиации, и наших наземных войск, которые там есть. Похоже, что там действительно, ну, по крайней мере, армия Асада явно продвигается территориально, да, там. Ну, кто-то говорит, что они просто берут пустыню, в которой никто не живет, которая никому не нужна. Может и так. Ну, в общем, по крайней мере, вот зона контроля, ну, вот она расширяется. Зона контроля правительственных войск, ну, войск Асада, да. Поэтому, наверное, там какие-то успехи. Не исключено, что какие-то успехи действительно есть. Но что касается давления на Запад, то, по-моему, с этим ничего не получилось. Потому что, вот, когда он выступал в ООН с этим, то, ну, фактически была предложена коалиция с участием России. Ну, что вот мы делаем международную коалицию, как антигитлеровскую, он даже все время апеллировал к этому опыту. Ну, поскольку ИГИЛ, понятно, что это абсолютное зло, это вот, ну, понятно, что их надо, ну, в общем, это выродки абсолютные, вот, ну, так же, как Гитлер. Вот, в этом смысле это было вполне логичное обращение, но это не получилось. Не получилась единая коалиция.
понимаете, договаривались, как рычаг, это могло быть, если будет коалиция российско-западная совместная, да? Ее явно нет, наоборот, в последнее время у нас по телевизору все время обвиняют, ну не только по телевизору, и по дипломатическим каналам, обвиняют американцев в содействии этому самому ИГИЛу. Вот уже, когда, помните, недавно погиб наш генерал-лейтенант Асапов, который, кстати говоря, воевал на Донбассе и там командовал какими-то частями. Ну, это я не знаю, если он воевал, то он воевал под псевдонимом, как это у нас принято. Вот, так вот, значит, уже обвиняют американцев в том, что это они дали наводку минометчикам, и поэтому он погиб. То есть, нет, там не получилось сотрудничество, а значит, нет рычага. Знаете, вот, значит, нет рычага, потому что было бы как, если бы вместе воевали, да, ну, тогда да. Тогда можно было бы как-то сказать, ну, ладно, ребята, мы вместе воюем, давайте как-то вот вы снизите тут ваше возмущение по поводу там Донбасса, да. А так мы вместе не воюем. Леонид, вот совершенно неожиданным оказался визит в Россию короля Саудовской Аравии, который фактически, да, считается, ну, как бы партнером и союзником Соединенных Штатов Америки. Вот зачем король Саудовской Аравии приезжал в Россию, кроме того, что он сделал там многомиллиардные вложения в российские ВПК? Что странно, на самом деле, и неожиданно. Что это такое было? Ну, смотрите, лучше спросить Его Величество, зачем он приезжал. Это я не знаю, да? Вот. Но понятно, зачем это нам, ну, Российской Федерации, Путину. Значит, ну, во-первых, это огромные деньги. Да, у саудитов огромные деньги, которые они, значит, там вкладывают в разные места. Они там купили массу всего в Америке, и, видимо, теперь будут покупать у нас. Вот. Значит, ну, это чисто прагматическая вещь. Также прагматическая вещь была продажа нашего оружия саудитам. Да? И тоже вроде бы какой-то контракт подписали. Но, конечно, судя по такому информационному сопровождению визита Его Величества в Москву, его принимали, ну просто так принимали, знаете, как редко кого. Там весь город стоял, потому что под его кортежи закрыли вообще все к чертовой матери, двигаться было нельзя. Так вот, судя по информационному сопровождению, главная такая цель была доказать, что мы самые крутые, мы главные на Ближнем Востоке, а американцы теперь отдыхают, американцы там где-то все в стороне. Вот. А забавно вот что, что не исключено, что этот уже пожилой монарх замечательно всех развел. Потому что у нас радостно очень сообщали, что вот теперь саудиты покупают оружие у нас, а вовсе не у американцев. Американцы все время сомневаются, продавать им или не продавать, потому что их обвиняют в том, что они поддерживают ИГИЛ, что они там такие-сякие. Вот. Ну, внутриполитическая повестка саудитов, она, конечно, прекрасна, там у них большое достижение разрешили женщинам водить машину с разрешения мужа, вот, то есть это очень понятно, что это такая диктатура совершенно средневековая, да, вот, так вот, по-моему, еще король не успел покинуть священную землю нашу, как американцы объявили, что они ему продают оружие на 15 миллиардов долларов, то есть не исключено, что они там колебались, можно, нельзя. Он поехал в Москву, стал договариваться о продаже оружия российского. Вот, американцы решили, ну ладно, бог с ним, с ИГИЛом, продадим. И вот 15 миллиардов, на которые покупает король в Америке, это, по-моему, где-то на порядок превышает, или на два, превышает те закупки российского оружия, которое он подписал сейчас во время визита с Путиным. Но, конечно, главная внешнеполитическая цель для Путина – это как-то ущемить интерес Соединенных Штатов и вот сделать нас более крутыми. Ну вот, прежде чем еще спросить о взаимоотношениях между Россией и Штатами, все-таки очень интересная вот информация сегодня появилась о том, что Турция заключила контракт на покупку в России зенитных ракетных комплексов С-400. И НАТО выразила обеспокоенность в связи с этим, потому что Турция является членом НАТО. Вот Турция становится новым старым союзником России? Вы знаете, не очень понятно, становится она союзником России, потому что, насколько я помню, Эрдоган только что заявил, что он никогда не признает аннексию Крыма, да,
только что, по-моему, это было заявление. Вот в Украине он сделал, как, да, заявление. Но наше руководство сегодня настолько заинтересовано в Турции, которую они используют как такую, понимаете, такую палку, которую они воткнули в забор, в щель, вот, в НАТО, и пытаются раскачивать, да, что они настолько заинтересованы, что они даже предпочли не реагировать на это, так сказать, оскорбительное для каждого русского патриота заявление, понимаете. Вот, они его просто не заметили. По нашему телевидению ничего про это не говорили. Что Эрдоган-то сволочь такая, значит, оказывается, опять за бандеровцев. Вот, про это вообще не говорили. Но, конечно, поскольку у Турции сложные отношения с европейским сообществом, ну, в силу разных известных причин, то, конечно, наши пытаются влезть в эту щель, что-то раскачать там и так далее. Но потому что, еще раз говорю, у нас нету, вот цель нашей внешней политики, они какие-то очень странные. Вот, ну, вспомните, когда Эрдоган сбил, ну, его люди, его вооруженные силы сбили наш бомбардировщик, и потом какие-то отморозки с земли расстреляли летчика, который спускался на парашюте. Да, отморозки идиоты, потому что надо было брать в плен и за него как-то что-то получать. Да? Зачем убивать-то? Ну, просто уроды. Вот. Так вот, тогда чего требовала наша власть? Она требовала извинений. Она не требовала, допустим, не выдвигала абсолютно рационального требования разрешить при выполнении боевых заданий в Сирии, разрешить там на 3 секунды залетать в воздушное пространство Турции. Дело в том, что вокруг нашей базы, вот, которая там находится, авиационной базы, ну, где основные наши войска сосредоточены, там такая роза ветров, что при определенных ветрах практически невозможно сесть самолету, не залетев там на пару секунд в воздушное пространство Турции. Ну, так случилось, понимаете? И было бы логично вполне потребовать от Турции разрешения вот на такие пролеты. Вот. Ну, поскольку это не несет угрозы безопасности Республики Турецкой, ну и так далее. Да? Но об этом вообще ничего не говорили, а говорили, он должен извиниться. Да? И вот пока он не извинился, значит, мы бомбили Воронеж активно. Знаете, у нас есть такое выражение, да, бомбить Воронеж. Значит, мы запретили турецкие помидоры, то есть каждый гражданин России стал платить дороже за овощи. Вот, мы запретили чартеры в Турцию, а значит, порядка там то ли 2, то ли 4 миллионов наших граждан лишились возможности относительно дешевого и комфортного отдыха, ну и так далее. Да? Вот. То же самое и сейчас. У Турции отношения плохие, осложнились с Евросоюзом и с НАТО. Отлично, давай мы сейчас туда влезем и любыми силами будем эту дырку как-то, так сказать, углублять. Вот. Скажите, пожалуйста, вот теперь отношения по оси Вашингтон-Москва. Как изменились или как они складываются вот в последнее время? Есть ли какая-то динамика хоть в какую-то из сторон? Ну, конечно, динамика есть в сторону дальнейшего ухудшения. Но вот смотрите, только что произошел такой мелкий эпизод. Значит, ну, вы знаете, американцы потребовали от Российской Федерации освободить здание торгпредства в Сан-Франциско, по-моему, и в Вашингтоне. Вот. Почему они это потребовали, я не знаю, это в конце концов, ну, в общем, какое-то идет такое разбирательство. Вот. Ну, наши освободили, а сейчас американцы сняли российские флаги с этих зданий. Ну, что, честно говоря, мне кажется, естественно, если российский флаг должен быть над российской территорией, ну, каково является дипломатическое здание, да, и там, когда это здание, ну, функционирует, это логично, да, но вот американцы сняли флаги. Я не знаю, там, может, они нарушили какие-то процедуры при этом, там, какие-то, да, которые приняты при этом, этого я не знаю. Но я вижу безумную реакцию нашей страны, да, просто безумную. Значит, заявление этой нашей замечательной дамы Марии Захаровой, значит, прекрасной танцовщицы, поэтессы, я не знаю, кого еще, вот, значит, про то, что это вообще все ужасно, как это все отвратительно, они ведут себя как оккупанты, уже не как грабители, а как оккупанты, вот, Володин запретил, отменил визит группы парламентариев российских в США в связи с этим, ну и так далее. То есть, в общем, конечно, это жуткое обострение, и, конечно, в нем присутствует этот элемент обиды, понимаете, элемент разочарования.
Знаете, ну, мы же всегда обижаемся на тех, мы не обижаемся на чужих, да, мы не обижаемся на тех, от кого мы ничего хорошего не ждем. Но от Трампа мы так ждали, понимаете, мы его так любили. Депутаты Государственной Думы аплодировали его избранию, строили банкеты, пили шампанское в связи с избранием Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов Америки. А он вообще гад такой, понимаете, вместо того, чтобы нас любить, нас наоборот не любит, подписывает законы о санкциях. Ну, в общем, понятно, что, в общем, оказался Трамп совсем не наш и вообще хуже Обамы. Вот. Эта обида присутствует, поэтому вообще отношения сегодня российско-американские, они, конечно, просто ужасны. Они, конечно, просто ужасны. И, понимаете, вот уже, ну ладно, это снятие флагов, это, в общем, чушь собачья. А вот обвинение, которое практически впрямую звучит у нас на всех каналах, что это американцы убили нашего генерала, понимаете, что американцы являются на самом деле союзниками ИГИЛ, и что буквально там на их базе находятся боевики ИГИЛ и все прочее. То есть как бы вот, ну это вот то же самое, что сказать, что во время Второй мировой войны, что на самом деле американцы воюют на стороне Гитлера. Знаете, вот, вот фактически сейчас говорится вот это, да, и мне кажется, что все моральные, пропагандистские препятствия перед прямым военным столкновением, они уже сняты. Вот следующее уже может быть просто прямое боестолкновение, ну, видимо, на территории Сирии пока. Вот. Но ситуация просто ужасная и предельно опасна, мне так кажется. Но вы же исключаете военное такое столкновение на территории Украины? Войну на территории Украины? Продолжение, да, наступление Путина на территорию Украины, и тогда, ну, наверное, каким-то образом американцы могут вмешаться в этот процесс. Знаете, я не думаю, чтобы Путин пошел в атаку, ну или там российские вооруженные силы пошли в атаку на территории вашей страны, ну, потому что это, понимаете, так, это сознательное решение о начале мировой войны, фактически, да? Вот. А в Сирии это все может произойти само собой. Понимаете, вот само собой. Самолет не туда залетел, офицер нажал на кнопку, там, ну и так далее, да? Вот. То есть в Сирии, вот при том, при той атмосфере, которая есть сегодня в отношениях Америки и Российской Федерации, при очень близком соседстве вооруженных сил, находящихся, ведущих войну, вот реально ведущих войну, да, вот, я думаю, что вот там столкновение не исключено. По крайней мере, понимаете, вот по крайней мере оно не невозможно. Ну, представьте себе, например, там, я не знаю, французские какие-то подразделения стоят рядом там, не знаю, с итальянскими подразделениями, да, на каких-нибудь там маневрах, учениях там и так далее, да, вот. И что-то произошло. Вот возможно война между ними? Нет, невозможно, да? Возможно инцидент, возможно какая-то случайность. Там французский самолет залетел туда, куда нельзя ему залетать по каким-то там соглашениям, да? Но его не будут сбивать. Вот его не будут сбивать, его может посадят, ему там один генерал, там итальянский генерал скажет французскому генералу, что слушай, ну что за дела, вы там совсем с ума сошли, вот так нельзя, да? Но не откроют огонь, да? Не откроют огонь, потому что они знают, что они союзники. У нас сегодня наши офицеры точно знают, что американцы враги. Вот враги. Я не знаю, что знают американские офицеры. Знают ли они, что считают ли они тоже, что русские враги. Но то, что русские офицеры понимают, что американцы враги, это, знаете, достаточно любой наш канал включить на 5 минут. Ну, вот скажите, пожалуйста, это мы приближаемся ко времени холодной войны снова? Только да, в другой интерпретации? Нет, мы не приближаемся, мы уже давно там. Мы уже давно там. И единственное отличие состоит в том, что во время холодной войны была декларирована цель уничтожения системы оппонента, да, или противника, да. Сегодня такая цель не декларируется, и ее, наверное, действительно нету. Но то, что мы, по крайней мере, объявили эту холодную войну всему миру, ну, западному миру, по крайней мере, да, это совершенно очевидно. Так что нет, мы уже в состоянии холодной войны, и очень многие вещи хуже, чем во время холодной войны. Например,
Например? Ну, например, сейчас скажу. Сейчас скажу. Ну, например, для нашей пропаганды во время Холодной войны была ситуация такая. Допустим, Америка — это вообще хорошая страна, американцы — хорошие ребята, похожие на нас, но глупее, конечно, но в общем тоже такие же, как русские. Но они управляются плохими людьми, у них плохая система. То есть нашим врагом был американский империализм, американский establishment, там, ну, слова такого тогда не было. Ну, там, я не знаю, банкиры, Уолл-стрит, не знаю, кто еще. Вот. Но не американский народ. Сегодня нам противостоят американцы, которые не просто американские президенты, а американцы как явление, как нация. Потому что они очень плохие. Нам противостоят европейцы в целом, понимаете, в целом. Вот эта самая гей-ропа, да, в которой там запрещают гетеросексуальные браки, а требуют, чтобы все вступали в гомосексуальные. Нам противостоит не президент Порошенко сегодня, да, который, понятно, там наймит Центрального разведывательного управления или Госдепа, и, в общем, совершенно не самостоятельно, и все прочее. Вот. Нам противостоит значительная часть населения Украины. На Украине есть, есть хорошие люди, это те, которые говорят по-русски, вот, а все остальные, в общем, бандеровцы. Понимаете, вот что изменилось. Вот что изменилось, и изменилось на самом деле очень сильно. Ну вот, Леонид, когда вы заговорили о Западе, то вот Запад, наверное, разделяем. Штаты отдельно и все-таки Европейский Союз и Европа отдельно. Потому что вот недавно совершенно заговорили о том, что российская делегация получит прежние полномочия в ПАСЭ. И да. хотя до конца этот вопрос еще не решен, и будут, наверное, возвращаться к нему в январе, потому что комиссия не создана все-таки была. Тем не менее, эти разговоры ведутся. Но еще интересным фактором, который говорит о взаимоотношениях России и Европы, это, конечно, «Северный поток-2». Потому что Европейский Союз признал, что это коммерческий вопрос и не должен решаться на уровне государства. Означает ли это, что Северный поток будет? И когда есть серьезные экономические взаимоотношения, то все-таки о какой-то холодной войне говорить сложно. Ну, смотрите, наши очень надеялись на раскол между Соединенными Штатами и Европой, очень сильно надеялись, но поскольку президент Трамп, еще будучи кандидатом в президенты, наговорил вообще столько всего, что если всерьез относиться к его словам, то можно было надеяться как бы нашим, что все, между Америкой и Европой чемодан, и они, значит, игрушки все врозь и дружить не будут. Но потом выяснилось, что все-таки у американцев великая политическая система, которая сдерживает даже Дональда Трампа. Вот. В ПАСЭ вполне, может быть, у нас вернут, потому что на самом деле, вот если бы я был человеком, от которого это зависит, я думаю, что я бы вернул. Не потому, что я симпатизирую нашей политике, а потому, что я считаю, что нельзя рушить площадки, на которых можно разговаривать. Вот, что делать? Вот, реальность, она такова. Вот, пускай разговаривают хоть как-то. Да? Вот. Но что касается экономики, понимаете, ведь во время Холодной войны экономические отношения продолжались. Они все равно были. И Северный поток, может, и будет, потому что он действительно необходим. Ну, это взаимный интерес. Взаимный интерес, и в Европе есть свой интерес в Северном потоке. Да? Но это не означает отказа от Холодной войны. Знаете, вот. Это означает ведь что? Вот на самом деле, что осознала Европа очень уже несколько лет назад, как только, ну, в общем, когда пошли все эти обострения, еще до Крыма, там задолго, да? Вектор-то был понятен. Было непонятно, как далеко мы зайдем. Никто не думал, что мы так далеко зайдем, но вектор был понятен. Они поняли, что надо избавляться от энергетической зависимости от Российской Федерации, а лучше вообще от энергетической зависимости. И огромные деньги вкладываются в энергосберегающие технологии, в освобождение от этой зависимости от нефти, газа, от ресурсов. Да? И я думаю, что это завершится успехом. Вы знаете, ведь смотрите, человечество, по крайней мере, развитая часть человечества, избавилась от зависимости от дерева как энергоресурса.
Правда? Мы с вами уже не сжигаем деревья, не уничтожаем деревья ради получения тепла. Вот мы сжигаем деревья сегодня только для удовольствия на костре или в камине. А в топливном балансе страны, вот в нашем топливном балансе, кстати, дерево до сих пор еще присутствует, ну, уже тоже не сильно, да, а в топливном балансе продвинутых стран его нет вообще. Вот. Так вот, точно так же я уверен, что человечество избавится в зависимости от нефти и газа. Вот. Вопрос, когда? Вопрос, когда? Ну, понятно, что нефтедобывающие страны рассчитывают, что там не раньше, чем через 50 лет, да, страны-потребители рассчитывают сделать это быстрее. И судя по тому, как развивается научный прогресс, они это сделают быстрее. Поэтому «Северный поток» не означает стратегического отказа от противостояния. Нет, это чисто инструментальная вещь. Это чисто инструментальная вещь. Не снижается же уровень, интенсивность работ по избавлению от энергетической зависимости. Ну, а «Северный поток», ну, может, и будет, но еще жить-то надо. Насколько политика России в Восточной Европе сегодня, если хотите, активно? Потому что вы же наверняка знаете, что произошел инцидент, связанный с принятием украинского закона об образовании. И у нас возникли проблемы с венграми, с чехами, с румынами. И, ну, очень часто, ну, что греха таить, говорят и думают наши украинские эксперты, что это, честно говоря, рука Москвы все-таки там есть, без нее никак. Вот скажите, пожалуйста, насколько действительно Россия активна в Восточной Европе? Ну, вы знаете, вот все-таки не надо демонизировать в том смысле, что не надо думать, что Путин может все. Он не все может. Если его что-то радует, это не значит, что он это сделал. Понимаете, мало ли что, ну, я не знаю, ну, что-нибудь у вас там, не дай бог, случится какая-нибудь там техногенная катастрофа, да, вот, ну, наверное, его это, мягко говоря, не огорчит, да, но это не значит, что это он ее устроил, она, может быть, сама произошла, да, там, я не знаю, метеорит упадет сверху, не дай бог, на президента Порошенко, ну, не Путин это устроил, а просто метеорит так упал, вот, я думаю, что все-таки более важно здесь какие-то процессы внутри Европы, внутри процессы в ваших взаимоотношениях с соседями, процессы, которые происходят внутри стран ваших соседей там, и так далее. То, что Российскую Федерацию, безусловно, радуют эти конфликты, ну да, конечно, радуют, еще бы у нас такое счастье по всем каналам, опять же, как хорошо, вот Украину осудили, осадили, там, венгры, кажется, сказали, что не видать вам Евросоюза, там, ну и так далее, да, вот, но это, ну, радуются. Но, знаете, конечно, не так. Если наши, там, не знаю, какие-то структуры могли что-то сделать, чтобы так случилось, да, то они, конечно, это сделали. Вот. Но я думаю, что все-таки в основном это процессы, не связанные с нами, а связанные с чем-то другим. Ну, я не знаю, там, может быть, венграм, там, венгерскому руководству надо показывать своему народу, как они заботятся об интересах этнических венгров, например, да, вот демонстрировать. А вы им дали возможность это продемонстрировать, например. А может, они действительно возмутились, а может, у вас приняли плохой закон, там, непродуманный. Я просто этого не знаю, я совершенно вот не могу об этом судить, да, но совершенно очевидно, что все делают ошибки, да, и я не уверен, что все законы, которые принимает Верховная Рада, они так уж вообще совершенно. Наверное, бывают разные. Вот. У вас тоже разные люди есть. Так что нет, не надо все сводить к Москве, ну, правда. Это неправильно. Это неадекватная картина мира. На самом деле, есть и другие проблемы, кроме вмешательства Путина во все на свете. Ну и раз уж мы заговорили о новых законах, удачных и неудачных, вы наверняка знаете, я думаю, в России тоже об этом говорили, что сейчас первое чтение прошел закон о признании России оккупантом. Вот скажите, пожалуйста, если все-таки пройдет второе чтение и Украина признает Россию оккупантом, то как вы считаете, это сочетается с Минскими соглашениями и отреагирует ли как-то Россия на это или нет? Yeah.
Ну, вы знаете, насколько я могу судить, Минским соглашением это не противоречит. В Минских соглашениях нет статьи, что нельзя признавать Россию страной агрессором. Вот нет там такой статьи, там вообще все про другое, да? Вот, поэтому мне кажется, что такого противоречия нет. Но я думаю, что это решение, если оно будет принято вашим парламентом и подписано президентом и так далее, то это решение будет иметь прежде всего внутриполитическое значение для Украины. Для атмосферы у вас, для мобилизации у вас там и так далее. Вот. Но я не думаю, чтобы оно как-то повлияло на реальный расклад ситуации. Ну, конечно, Российская Федерация примет какие-нибудь возмущенные заявления по этому поводу. Это несомненно, да. Но я думаю, что в реальной жизни ничего не изменится. То есть вы не думаете, что последует, скажем, там разрыв дипломатических отношений, прекращение торговых отношений и так далее? Да вряд ли, вы знаете. Дело в том, что разрыв, ведь есть такая вообще еще история, да? Ну вот наши всегда с гордостью говорят, что вот посмотрите, как много украинцев работает на нашей территории, вот, значит, что вот вы зависите от нас там и так далее, да? Ну, частично это, по-видимому, правда. То есть, ну, правда то, что украинцев, работающих в России, на порядке больше, чем россиян, работающих в Украине, да? Ну, это понятно. Это правда так, да? Вот. Няни и многие другие вот люди, это у нас в основном люди с Украины и из Молдавии. Вот. Но мы сейчас им все перекроем там, и так далее. Но понимаете, в чем дело? Ведь, ну да, говорят, что у нас там до 3 миллионов граждан Украины работают сегодня. Ну давай мы им все перекроем. Ну для них и для вашей страны это, конечно, будет ударом. Я думаю, да? Но ведь это будет ударом и для Российской Федерации. Понимаете, какое будет недовольство дикое у нас, да? Вот в семье работает няня, например. Няня там откуда-нибудь с Винницкой области. Окей. А ее раз и депортировали. Потому что там ей визу не дают, ей там еще чего-то, она вынуждена уехать. И чего? А что будет думать та семья, от которой она уехала, понимаете, которая теперь не понимает, что им делать с детьми. Ну и так далее. Ведь люди у нас работают. Они работают, они не просто себе зарабатывают деньги, они нам продают свои услуги, они нам продают свою рабочую силу. Ну, нам, я имею в виду, вот, так сказать, Российская Федерация, людям, живущим в Российской Федерации, да? Поэтому это взаимный интерес. Это взаимный интерес. Знаете, ну вот как... Это ведь уже много раз испробовали, да? Помните, в Соединенных Штатах были демонстрации мексиканцев, нелегально находящихся на территории США, да? Когда они в какой-то день все не вышли на работу. Ну, вау, такая демонстрация. Вот посмотрите, можете ли вы жить без нас? Оказывается, нет. Оказывается, мексиканцы, нелегально находящиеся на территории США, занимают какую-то очень значимую нишу в жизни Соединенных Штатов Америки. И просто так их оттуда изъять нельзя. Да? Вот. Ну и тем более нельзя так сделать с гражданами вашей страны. Вот. Поэтому я думаю, что наше руководство постарается ограничиться, если вы примете этот закон, наше руководство постарается ограничиться инвективами, ну, проклятиями всяческими в ваш адрес, но не будет предпринимать серьезных мер. Ну, хотя, конечно, степень безумия нарастает, поэтому я бы не поручился. Леонид, и последний вопрос, традиционно я его периодически задаю, наверное, и вам уже неоднократно задавала. Вот помните, у нас же была массу историй о том, что наши эксперты украинские считают, что существует несколько башен Кремля, которые воюют между собой, за то, как они будут относиться к тому, что происходит в Украине. Там кто-то ястребы, кто-то голуби. Я не знаю, есть ли, существует ли такая борьба между башнями Кремля, и она сохраняется вот на уровне борьбы, или это все-таки уже единое какое-то мнение, как вести себя по отношению к Украине и к войне на Донбассе? То есть одна какая-то линия, которая выработана, и ею будут придерживаться этой линии.
Ну, вы знаете, насчет башен Кремля не знаю. У них там борьба-то между собой сейчас идет не по поводу Украины, вот, и не по поводу Сирии. В гробу они видали весь мир. У них борьба идет за новую структуру власти после 2018 года. Кто будет близок к телу? Кто будет реально рядом с государем, понимаете? Или более пролонгированные планы такие, кто его заменит? Или там представитель какой группировки его заменит? Ну, поскольку все-таки, хотя он, конечно, великий и так далее, все-таки он принадлежит виду Homo sapiens, и, соответственно, есть некие биологические ограничения временные. Вот. Вот за это они борются. А Украина, Сирия, Северный поток, что хотите, это скорее, ну так, разменные карты, не более того. Я не думаю, чтобы это все волновало всерьез. Вообще их волнует власть. Понимаете, их волнует власть. Все остальное вторично. Вот. Другое дело, что если говорить об Украине, то у нас есть сторонники, как бы вот в руководстве страны, доминируют, конечно, сторонники изоляционизма, агрессии там, и так далее. Они, очевидно, доминируют. Но все-таки пока Владимир Владимирович, по соображениям, не знаю каким, ну, догадываюсь, но еще не важно, позволяет как-то дышать через раз хотя бы сторонникам другой стратегии, более разумной, более взвешенной там, и так далее. Я имею в виду экономической стратегии, прежде всего. Но, естественно, это синдромная вещь. Это синдром, понимаете? Если человек считает, что нужно там, развивать нормальную конкуренцию, допустим, внутри страны, да? А если человек считает, что должно быть нормальное судопроизводство там, и все прочее, то этот же человек неизбежно считает, что, ну, вылезать надо как-то из этой авантюры, в которую мы зачем-то влезли, понимаете? Вот. И этот человек, конечно, считает, что надо вести переговоры, как-то надо договариваться, как-то надо договариваться по Донбассу, как-то надо договариваться по Крыму, там, и так далее, и так далее. Вот. Вот в этом смысле, конечно, противостояние пока есть. Но вот эта более разумная группа, рациональная группа, она, конечно, значительно слабее, и она ей позволяет иногда высказываться, но ей не позволяют особенно принимать решения. Хотя надо отдать должное Владимиру Владимировичу, все-таки финансово-экономический блок правительства он сумасшедшим не отдал пока. И вот у нас ведь есть люди, которые экономические меры такие предлагают, что мама не горюй, понимаете? Вот, то есть полный, вот, просто безумие. Вот безумие, да, он им не отдает. Он им не отдает, он это самое держит. Леонид, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Да. Спасибо, что вот мы вам дозвонились. Вам спасибо. Да, и вам успехов. Успехов вам. Спасибо огромное. Спасибо. Ладно. До свидания. Всего хорошего. Я хочу напомнить нашим зрителям всего хорошего, что гостем нашей студии, а вернее не гостем, звонили ему прямо в Москву, был Леонид Гозман, президент фонда «Перспектива», российский оппозиционный политик. И спасибо ему огромное за то, что он был сегодня с нами. А вы оставайтесь, пожалуйста, это «Украл ФТВ». Мы продолжаем прямые эфиры. Thank you.